Так тут этот соло-гитарист громко играет на сцене. Я... Будем надеяться, что мне хватит слуху в одной и той же тональности петь от начала до конца. Там какой-то рок-музыкант вискарик оставил в примерке. Вроде не моча. Дорогие гости, прошу к столу. Скорость такая, оазис. Так а может мы поиграем, а они в паре сидят. Ты так очень аккуратно пробуй звук. Скажите, гитару акустическую слышно в зале? А? Не очень? Раньше говорил в шутку, что у нас оркестр инвалидов рок-революции. Сегодня эта мечта воплотилась в жизнь. У гитариста сломались батарейки в гитаре. Соло-гитарист не знает аккордов. Перкуссионист вообще не пришел. Сегодня у вас будет новый опыт, как будто вы работаете в фотошопе со слоями. А во всех слоях нарисованы все разные. В общем, игра такая. Вы должны следить, не перепутает ли гитарист аккорды, потому что себя не слышит на сцене. А так как соло-гитарист аккордов не знает, вы должны смотреть, удастся ли ему соло сыграть. Я пока вам заговорю зубы, а сам вам буду петь очень красивые песни о вечном. Thank you.
couldn't hurt you. They couldn't hurt you, my love. Action movies teach a boy humility doesn't work at all. Who could know a man will be such a disobedient toy? The same old boring story. The man wants to rule the whole world. Does it bring him to the glory? I don't know. Аплодирует, аплодирует. Ну, правда, слышно гитару-то? Или плохонько? А что главное? Зрители? Все для зрителей. Вообще неправильно это все. Не надо было готовиться. Пришли хорошие люди в гости к хорошим людям. Надо было взять две гитары и в баре с вами посидеть просто за столом. А нельзя сюда барную стойку принести? Между нами. Рампа. Так это стакан, а нужна сама эта конструкция. Сейчас, секунду, тут надо еще бы ногой топать, чтобы музыка была. Thank you.
Margot is the queen of the savages. She don't know the modern world and its ravages. Instead of money, she's got yams and cabbages. She don't in the dough. I don't care if I'll never get home. The queen of the jungle fall. You should see the things we see when we smell. We think all of life is a funny joke. She's sharp as a tack. I don't care if I'll ever get back. The queen of 10 villages. We live on the fruits of her pillages. She eats other queens, she's very religious. She doesn't use a fork. I don't think I'll go back to New York. Подошла бы эта самсунговская смс-ка со свисточком. Кстати, если услышите какую-нибудь, спасибо большое, мелодичную тихую песню, то можете друг другу на Самсунге смс-ки писать, чтобы звук появлялся иногда. Очень прошу вас. Тексток есть, хотя тут все равно ничего не видно. Нет, вот это что за слово? Pleasure, да. Your breath is sweet. Ладно. Простит ли меня англофон-то, сидящий в зале, за английский язык? Ладно. Ты, кстати, знаешь, вот с каждым годом зубов все меньше, и намного легче становится по-лондонски шепелявить. Тональный сказать. Испанский умеешь?
jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't need affection, no gratitude or love. Your loyalty is not needed to the stars above. Valley below. Your father is an outlaw and a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom so no stranger can intrude. His voice it trembles as he calls out for another piece of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. A meadow lark, your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. А классные 32-е ты сыграл. Спасибо. Слушай, пока эти люди не особо осмелели, не требуют энергии, можно медленных песен попеть. Легче. Кричать не надо. Однажды я Валеру Кислова спрашиваю, любишь ли французскую эстраду? Не люблю, говорит, только джаз. Остальное отстой. А Димка Морисей говорит, а зато Франсуа Зарди никогда не кричит, просто поет. Это такие самурайские притчи я иногда буду вам рассказывать. Сказать для минор.
drugs you're on. Tooled up Asian boy has come to take revenge for the cruel cold killing of his only friend. Tough and hard and pale, all them ledges and flail young railings. Oh, English boys, it must be wrong. Three against land and his gungeons, and as far as I could tell, brave Asian boy dealt a blow and fell. I'm just passing through here on my way to somewhere civilized. Maybe I'll even arrive. Maybe I'll even arrive. Спасибо большое. Есть такая песня, там много аккордов, и Санчо быстрее отмучается. И я пока лишний глоток не сделал. И там вот как раз тоже возможны самсунговские смс-ки. Ты можешь, кстати, вот блок просто изображать губами. Все. Вот и все. Где вот блок? She was younger,
but she was younger. Справился Санчо-то? Там какой-то чувак в зале классно так пытался подсвистывать. Вот этот пузатенький, по-моему. Сейчас long sip сделаю и продолжим. Давай что-нибудь живенькое, но чтоб ты вообще не знал. Давай. В ми миноре.
надо, конечно, вокальный инструментальный ансамбль, что в терцию были голоса, тогда очень красиво звучит. Давай еще одну незнакомую тебе песню. Про эльфов. Аккорды напомнить? Вступление буду играть на одном аккорде. У тебя есть эльфийский звук какой-то? Это гоблинский. Старинная гоблинская пословица. Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Это уже получше. Перкуссионист какой-нибудь есть. Вот Кэт придет на концерт и по стулу барабанит все время. И уже музыка появляется какая-то. Lost its chance. I'll be a flower for their garden, ever to hold you in my arms. Enchant me and enslave me, and make of me the fool for fun. Upon my head they'll place an ass head. My roller says you've always done. A toadstool to make the mind of man grow small. They will mistake me for their changeling. I wasn't human after all. After all, I wasn't human after all.
Можешь, Олег, поставить? Вот такая мечта – убежать жить к феям и читать «Властелина колец» в подлиннике на эльфийском. Сейчас-ка я вас удивлю. И Санчо тоже удивлю. А вот как раз на языке аборигенов. Это на третий гастрольный день у нас запланировано. Колесицу ты принес. У нас же эстетика на сцене есть. Банки какие-то. Отодвинь хоть, чтоб в кадр не попадало. Thank you.
Все, битлы-то по 20 минут играли, а мы уже перестарались. Все, пока. И хотите покурить антракт? Давайте. Потому что все-таки мы же собрались, как говорят итальянцы, люди определенного возраста. И поэтому без сигареты многим тяжело долго. Давайте пойдем людям навстречу. А вы пока подумайте, кто может выйти нам подпевки спеть. Спасибо всем. До встречи на эстрадах планеты через 10 минут.